Европейский анчоус на прилавках анапских магазинов. На этой неделе стартовал сезон черноморской хамсы. Полюбившаяся у местных жителей рыба имеет множество полезных свойств. Она питательна, насыщена витаминами групп А и Д, а ее белок хорошо усваивается организмом. Есть несколько способов приготовления хамсы. Самый популярный – засолка. Так рыба сохранит свой нежный, насыщенный вкус. В прошлом году покупали все время. Вот сидим по полкилограмма, еще идем, мимо не проходим. Мы еще, знаете, ее сразу чистим. Лимончик туда немножко режем, лучок, маслица. Ой, отменно. Также анчоусы запекают в духовке и жарят на сковороде. Из-за мягких костей хамсу едят целиком. Приобрести теперь рыбу можно в специализированных киосках на улицах города. Это гарантия качества продукта. Сезон хамсы у нас только начался, но на основании аукционных процедур у нас разыграно 9 точек по реализации рыбной продукции по муниципалитету. Плюс помимо этого будет 5 точек ярмарочных, где будет реализовываться наша любимая рыбка.